Мужская сборная России по биатлону стала первой в эстафете на 6-м этапе Кубка мира, проходящем в итальянской Антерсельве. В составе команды бежали Максим Цветков, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко и Антон Шипулин. Причем последний снова триумфально обошел на финише немца Симона Шемпа, обогнав его всего на 1 секунду. Соответственно, сборная Германии финишировала второй, а третье место досталось команде из Норвегии.